Хочу предложить вашему вниманию рецепт приготовления жареных пельменей на сковороде в томатно-сметанном соусе. Очень вкусно, просто и быстро. Продукты для приготовления есть у каждого в холодильнике, но обязательно готовьте с хорошими и любимыми пельменями. Сначала делаем заливку. Смешиваем в миске 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки томатной пасты, соль, черный молотый перец, грибную приправу, копченую паприку, 2 зубчика чеснока и 1 стакан воды. И все хорошо перемешиваем. Далее ставим сковородку на плиту, выкладываем примерно 50 грамм сливочного масла, выкладываем пельмени, у меня 800 грамм, и обжариваем их на сильном огне 5-7 минут. Постоянно помешиваем. Затем добавляем лук, немножко обжариваем и заливаем пельмени заливкой. Делаем маленький огонь, накрываем крышкой и тушим минут 10. По желанию добавляем укроп или петрушку и тушим еще 5 минут. Такой вариант приготовления блюда мне нравится больше, чем просто отварные пельмешки. Такой сытный завтрак или обед обеспечит энергией на весь предстоящий день. Аппетитно, просто и быстро. Попробуйте, приготовьте! Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!